Я сдаюсь. Я просто сдаюсь, и все. Что такое? Я из Оклендского колледжа. И мы постоянно проигрываем гонки электрокартов Нудл. Нам не обойти эти пафосные универы. Особенно Стэнфорд. У них такие крутые спонсоры. А мы просто Окленд. Безнадега. Эй, Окленд круче всех! Окленд будет первым! Я сам из Окленда! А ты мне нравишься. Будешь нашим водителем? Ты шутишь? Кому-то же надо. Я в деле, меня зовут Маркус. Рад встрече, Маркус. Я Тейлор. Удачи в первой гонке. Поймал. Победили! В первый раз! Слушай, если достать батарейку получше, скорость на старте будет выше. Да, логично. Попробуй найти такую.
Тайдис, где все супер секретно. Прямо как... Проверяйте. Ищите везде. Стоп. Что за шум? Недавняя утечка конфиденциальной переписки имела неожиданные последствия для HMP Studios. Содержание электронных писем вскрыло подробности сотрудничества киностудии с компанией «Галилей», которая занималась разработкой высокотехнологичного автомобиля для съемок блокбастера «Кибердрайвер». В одном из писем директор студии называет эту машину «бесполезным фуфлом» и угрожает подать в суд на космическую корпорацию. Впрочем, утечка сослужила HMP Studios хорошую службу, спровоцировав взлет интереса к «Кибердрайверу». Фильм неожиданно стал хитом этого года. Студия пока не выдвигала обвинений против хакеров. Следите за новостями. Нет, нет! Дерьмо! Я сваливаю. Я здесь не останусь. Нужно позвонить кому-то. Точно позвонить. Пойду-ка я отсюда. Твою... Прошу! Эй! Эй! Боже!
Блин. Вот дерьмо. Твою ж... Что происходит? Готово, я достал батарейку. Шутишь? Тащи ее сюда. Вдруг поможет. Прием, в чем дело? Праймейт качают твои данные. Быстрее найди того, кто это делает. Рядом никого подозрительного не видно?
Thank you.